сегодня ты должна быть нежной и удивительной. Это значит, сегодня ты ко мне не лезь. Сегодня тебя должно быть как можно меньше в моей жизни. Что у тебя случилось? За 5 лет ежедневных встреч Мика научилась понимать меня. Ничего. Просто устал. А что ты делал? Да нет. От себя устал. Себе надоел. Сила твоя в том, что я тебя люблю. Ты же думаешь, что мне этого достаточно? Если бы ты был настоящим мужчиной, тебе бы этого было вполне достаточно. Значит, я не настоящий. Нет, ну ты не настоящий, но в этом твое обаяние. Сердце болит. Я пожаловался и покосился на Мику. И в ту же секунду передо мной вспыхнули страхом 2 ее глаза. Они шарили по моему лицу тревожно и торопливо. Должно быть, в эту секунду Мика уже представила себе, как я сейчас покачнусь и упаду лицом вверх. И в моих глазах тусклым блеском отразится свет фонаря, и равнодушные люди в невзрачных темных одеждах будут идти в кинотеатр «Черемушки», обходя меня как предмет, но при этом испытывая радость, что на моем месте я, а не они. Полегчало. Талантливые люди бывают 2 видов. С чувством выхода. Это творцы. Это Вячик. Без чувства выхода это я. Слышу музыку, понимаю, не могу выразить. И все это остается в моей душе.